это Сизбер Дарий. И как всегда, я обожаю начинать выпуск с того, как шеф делает ингредиенты. Майонез, булочка, соленые огурчики, фарш, который жарится без мяса, горчица, шеф, фарш, который жарится. Ингредиент удачного бургера. Брови, самые чувственные брови, пересечения и декольте. Брови, декольте. А вот и три виртуоза, значит, Капитана, Королевская, как я называю себя, просто бог, и канадская, Красивые люди здесь стоят, значит, у вас этот концерт, ты пойдешь на его концерт? Это Мартин. Пойдешь, да, на его концерт? Кого концерт? Ну, группа как-то Зезной, нет? Там ты играешь. Зезной. 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 А вот и Артур, специалист по беседе с полицией, по диалогам. Как там? По диалогу, специалист по диалогу с полицией. А это Мишаня, специалист. А что, у меня интервью? Да. Чуваки, немножко декольте. Давай, давай. Первый раз у нас, да, сегодня? Да. Я Сергей, я учусь в Российском институте дружбы народов. Пиарщик я, но только начал учиться заниматься на гитаре. Ну вот и все. Представьтесь, пожалуйста. Александр Родионович Брада. Такая же борода, как у меня. О, колется. Это я его заставила побриться. А, то есть до этого были усы восьмиклассника, да? Нет, усы девятиклассника, потому что я... Рыжие усы девятиклассника. Илюх, у тебя вид, как будто ты устал. Кто опять машину разбил? Сколько можно? Каждые выходные разбивают. Ты знаешь, что курить вредно? Конечно. Твои легкие будут похожи на губку, знаешь, выжимаешь там еще. Я тебе скажу, мои легкие, знаешь, за что похоже? На два помидорчика. Спи тоже вредно. Давай, ну-ка. Вот она, вот она. И Сизбер база едет покупать наконец новый большой мощный классный кабинет Масл 4x12. Нам в этом помогает два человека, вот Даша из Королева, и мы сейчас едем к Юре в отплей за этим самым кабинетом. Даша выполняет самую важную роль. Пьет чай. Итак, мы выехали с базы. Даша напряжена и прямо сидит. Вообще, какого хрена они пустили гусеничную хрень ездить по свежему асфальту? Там, где, значит, нельзя любая другая гусеничная хрень, пожалуйста. А но эта гусеничная хрень можно. Гусеничная хрень, гусеничная хрень. Человек, который принесет славу, богатство и хороший звукоаппарат всему CSBR. И, наконец-то, я получу свой чертов кабинет. Как говорил Юра, Коля. Я не был на море, и грудь моя была прикрыта, но чайки срали мимо, сука, бля. Так, вот мы идем. Даша все еще с нами. Юра, говорят, у вас скоро концерт, да? Да. И у вас новый участник в группе. Говорят, очаровательный участник. Опять баба в роте. А съемочку убираем, мужчина, значит, я показываю удостоверение, значит, здесь с CSBR-ом, таким, как вы, блядь, значит, так скажу, значит, словами классика, значит, морды, нахуй, чистили мне, патлы резали, бороды брили, нахуй, вот, и крабов ваших, значит, я жрал и жрать буду, вот так, на выход. На выход. О, все. Блять, наконец-то я не буду играть на Берингерах, Ярасовых, этих пидорасовых. У меня теперь в CSBR есть свой аппарат. Ребята, я буду играть на нем, не вы, потому что я скидывался сюда. Ага. А кто не скидывался, тот будет играть на Берингерах и Ярасовых. Ну, мы и так неплохая команда, и мы так сделаем вам маму чучу намандючим, да? А с таким аппаратом еще сильнее. Поэтому, может быть, если у кого-то есть шевелюшечка, не тратьте ее на пиво. У вас так уже пузаны, блин, до колен. CSBR база Дубровка в конверте. Коля Снежко, специалист Артур. И у вас, может быть, тоже будет так. Окей? High five. Итак,
на базу вместе с нашим маршалом. Добрые дела не заканчиваются. С нами вот желтый такой красавец, которого мы сейчас будем питать. Догадайтесь, чем? Правильно, крабом. Оля, я тебе сейчас прибью. Или, во, я тебе краба на нос пристрелю. Хорошо, что не до другого места. Как бы туда еще подать. Да, я раньше думал, что ну минус это типа обычная отвертка, а плюс это крестовая. Блять, как стрёмно. Еще как, я привыкаю себе делать. Как монтировать, теперь будет. Как тебя зовут? Оля. Оля. Nice. Давай, Даша, мочи. She's alive. А, машина будет? Сейчас, когда мы запишем песню Electric Majesty, я обязательно ставлю этот трек сюда. Electric Majesty! Он работает? Да. Нормально? Да, но нужно чуть-чуть выждать, потом откручивать.